Всем привет! Обозреем сегодня, я даже не знаю, она безымянная, горелочка с Алиэкспресса. Значит, давайте я еще разочек закрою, просто покажу, чтобы вы понимали. То есть вот моя ладонь, а вот чехольчик, в котором лежит горелочка. Это такой псевдогерметичный, мягкий, пластиковый чехольчик. Яростного рыжего цвета, чтобы мы его не потеряли. Значит, тут у нас откидывается поворотик для газа, есть пьезо. И вот таким вот образом раскрываются 4 подпорочки, на которые мы будем ставить условный котелок. Сейчас я их доведу и зафиксирую. Вот. Значит, наворачивается на баллон. К ней же продается, к этой же горелочке, переходничок, чтобы подключать баллоны горизонтальные. Сейчас вы его можете видеть со всеми комплектующими. И фиолетовый — это вот коробочка от него, собственно, переходника. Это прекрасно, но коробочка от переходника больше, чем коробочка от самой горелки, да. Поэтому я рекомендую просто подбирать баллоны под нужный размер. Что ж такое, я никак не разложу нормально. Вот. Значит, как вы слышите, вот таким образом у нас открывается газ. И он, я закрою, чтобы просто так его не стравливать, значит, и при этом пьезо не работает. То есть искра пробивается, но поджигать она не поджигает. Я не знаю, будет сейчас видно, нет. То есть вот я, искра там есть, я специально посмотрел перед тем, как только что снимать это видео. Но газ, как видите, она не поджигает. Ну, понятно, что баллоны бывают разного размера, да, и основной плюс этой горелки, конечно, в компактности и в весе, потому что она не весит. Я бы сказал. Не то чтобы мало, она не весит. На пьезу можете не рассчитывать, сразу берите с собой в комплект зажигалочку. Можно сунуть, я не знаю, в ту же коробочку, запихнуть еще пару спичек и черкаш, наклеить на нее. Ну, вот такая горелочка с Алиэкспресс стоит какие-то сущие копейки. И для каких-то несложных, где надежность, наверное, инструмента не очень важна, можно взять ее с собой на какой-то легкоходный маршрут на пару дней, если вы не идете там выживать, да, в Сибирь, то это хороший вариант, потому что маленький и удобненький. Можно в городе носить, опять же, на ЕДЦ не будет занимать много места и веса. С дренажиком.